Рассвет, наполненный надеждой. Молодая королева ищет место для ее колонии. Для этого ей необходимо усердно потрудиться несколько часов. Готово. Отсюда начнется королевство колонии. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Муравейник». Так, первая партия рабочих муравьев вылупилась успешно. Чтобы выжить гнезду, нужно больше пространства. Это что у нас тут получается? Ага, мы, значит, приказываем муравьям расширить нам пространство. Это что такое? Это отличное место для среды обитания рабочих муравьев. Подтвердить. Окей. Имея жилище рабочих, можно построить инкубатор рабочих, чтобы вылуплять еще больше рабочих муравьев. Так, построить. Популяция. Инкубатор рабочих можно сделать вот сюда. Подтвердить. Построить, конечно же. Друзья мои, отлично. Чтобы личинки росли быстрее, нужно особенный рецепт, ресурсы грибы. Еще какие-то грибы нужны. Жизнь — это не спектакль или праздник. Так, исследуйте гнездо. 200 листиков требуется, да? Ну-ка, давай. Мои муравьи пошли что-то еще искать. Так, исследование сделали. Разместите муравьев-листорезов. Развитие муравейника большую роль играет культура грибов. Муравьи-листорезы могут культивировать растения в грибы. Да ладно, серьезно что ли? Растения в грибы? Подтверждаем. Так, ну-ка. Построить. Замечательно. Муравьи-листорезы нуждаются в растениях для производства грибов. Продолжайте копать, чтобы найти растение. А какое растение? О, грибочки вроде. Найдено подземное растение Юлу. Можно собирать. Ага, растение. Кликаем сюда, строим. Так, муравьишки, давайте-ка быстренько закончим. Растения – незаменимые ресурсы для гнезда. Муравьи культивируют растения в грибы, необходимые для роста личинок, чтобы развивать гнездо. Я понял. Так, они потащили листья. Доставка. В муравейнике рабочие муравьи питаются грибами и могут производить грибы после того, как только перенесут растения к муравьям-листорезам. Ну, давай вот так вот сделаем. Доставку. Сейчас мы посмотрим, куда этот чувачок понесет нам листочки. В наше хранилище. Развитие муравейника большую роль играет культура грибов. Муравьи-листорезы могут культивировать растения в грибы. Так мы же это знаем уже. При достаточном количестве пищи личинки начинают расти. Королева и колония муравьев также становятся сильнее и сильнее. Кликнуть сюда. Улучшить. Улучшить сейчас. Ну давай. Уровень второй у нас получает муравейник. Разместите муравьев-листорезов. Это выполнено. Это выполнено. Замечательно. Так, награды за текущие миссии. Получи награды, естественно. Так, ускорение 1 минута, растения и грибы. Колония начинает стремительно развиваться, и муравьям требуется больше места. То есть нам нужно опять расширять территорию. Впереди пропасть, сзади волки. Какие-то
Красноречие тут выходит. Исследуйте гнездо. Погнали. Сюда. А мы, кстати, с собой листочки-то эти же можем дальше собирать. Почему не собираем? Найдено несколько разбросанных растений. Не знаю, кто их здесь оставил. Ну, раз нам сказано исследовать гнездо, значит, будем его исследовать. Ох ты! Это паук. В муравейнике обнаружена угроза. Если с ней не бороться, колония муравьев может быть уничтожена. Замечательно. Просто офигенно. Место, где вылупляются муравьи-охотники. Эти муравьи с огромными головами хорошо защищают колонию. Они являются сильнейшим щитом колонии и будут защищать колонию до смерти. Инкубатор охотников. Подтвердить, конечно, ребят. Нам нужны солдаты, тут как ни крути. Строим. В какой-то ракушке сделали себе. Так, вылупить. Вылупление. Время уходит, нужно ускорить вылупление. Давай ускорим. Ускорение на 5 минут, сокращает оставшееся время. Давай использовать. Фейдл Рея, плюс 20. Смотри, смотри, какие муравьи. Они побежали, короче, на этого паука. Мы победили его. Фига, муравьи с такими головами, действительно. А я видел таких, ребят. Но я не думал, что это солдаты. Ну, это обычные муравьи. Так, предмет получен. Мы нашли с тобой 50 бриллиантов. Колония ничего не знает о подземных гнездах. Нужны муравьи для проведения специальных исследований. Так, битва. Часовой муравейников? Ничего себе. Так, ладно, давай развивать. Построить. Ох ты, что-то там заморгало. Часовой муравей отмечает места, где можно находить опасностей. Но ради выживания нужно смело их исследовать. Тут уж не согласиться нельзя. Так, ладно, сейчас заберем с тобой награды. Это у нас была вторая глава. Получаем награды. Листья, грибы и ускорение. Хотя угроза временно устранена... Но без достаточного количества еды и воды солдатам не выжить. Необходимо как можно скорее найти ресурсы. Глава 3. Был голод, он заставил нас пуститься на поиски. Смотри-ка, это что такое у нас? Это уже чат пошел. Постройте ферму мяса. Вскармливая поросяк, можно постоянно получать мясо. Необходимо выкопать подходящее место для постройки. Что за поросяки еще? Ну давай. Выкапываем. Ну здесь, по-моему, опасность. Ох ты. Выращивая эту группу поросяк, можно беспрерывно получать мясо для колонии. Рабочие муравьи могут начать сбор. О, даже как. Ты бы мог подумать, что это, по-моему, знаешь кто? Это мокрица, а не поросяк, если честно. Ну уж больно похоже на мокрицу, действительно, тебе говорю. Так, давай мы с тобой, наверное, сейчас построим. Мясо — это источник белка, необходимый для выживания. От количества мяса напрямую зависит масштаб развития гнезда. Опять же, все правильно сказано. Так, обработав водоток, можно собирать чистую воду. Где нам найти водоток? Тут, блин, опасности дофигища. Ага, грибы нашли. А вот и родничок у нас. Это небольшой подземный источник, можно непрерывно обеспечивать водой колонию. А рабочие муравьи могут начать собирать воду. Вот это мне как раз и надо. Вода. Сюда ставим, да? Окей. Подтверждаем. Ну и, конечно же, завершаем постройку эту. Вода – необходимое условие для выживания всего живого, и муравьи не исключение. В то же время правильная влажность сделает жизнь муравьев более комфортной. Родник построили. Так, постройте обеденную зону. Место, где питается колония муравьев, постоянно потребляя запасы мяса и воды. Угу.
Здесь есть несколько скорлуп, которые можно превратить в отличное место для приема пищи. Скорлуп. Встроим. Популяция муравьев. Так, место, где питается колония муравьев, постоянно потребляя запасы воды и мяса. Доставка. По полной, что ли? А, ну мясо и вода, понял, понял. Сейчас они будут там пополнять вот эту вот столовку. Что-то тут... А, у нас еще строится, по ходу дела, да? Да, строится. Так, листочки, я же могу здесь? Растения, растущие в тенистых местах, нуждаются в фотосинтезе. Это отличное место для сбора качественных растений. Так, по-моему, закончилось, да? Все, ребята. Обеденная зона у нас построена. Теперь исследуйте отмеченные участки. Здесь можно... Рабочий 2. Новое жилище рабочих. Может добавить одного рабочего муравья для строительства муравейника. Это как? Подожди, подожди, вот с этим мне непонятно. Здесь и здесь. Здесь надо еще исследовать. Так, получили растение. Тоже растение получили. Так, давай тут, наверное, поковыряемся. Листики. Так, здесь закрыто почему-то. Ну как, что это у нас тут? Инкубатор. Так, ну давай тут тогда исследовать. Предмет получен. Ускорение строительства. Сюда. И еще ускорение строительства получили. Ох ты. Найден подходящий съедобный гриб, который можно вырастить, чтобы добывать больше грибов для колонии. Ну что же, построим. Природная флора. Природные грибы и флоры, которые растут под землей, могут обеспечить колонию необходимыми грибами. Это очень радостно. Так, ну что, исследовал я. Улучшите королеву до 3 уровня. Ага, для того, чтобы мне нужен инкубатор рабочих 2 уровня и обеденная зона 2 уровня. Улучшим. Тут всего 6 секунд, это для нас ерунда. Ну давай, 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 давай. Все, улучшили. Так, и что-то там еще нам нужно было улучшить. Обеденную зону. Грибы есть, мясо есть, улучшаем. 16 секунд подождем. Так, ну что, они отсюда грибы, отсюда таскают мясо. Естественно, это все нужно повышать по уровню. Так же, как и вот эту вот зону родника. Улучшим. Ну что же, обеденная зона у нас улучшена. Теперь я могу прокачать муравьиху нашу до 3 уровня. Ничего себе, еще минуту ждать придется. Можно ускорить. Использовать. Ну, давай вот эту вот одну минуту. Все? Улучшили? Улучшили. Получаем награды. Четенько. А что это они сами побежали? Без моей команды. Найдена личинка тлии. Когда она вырастет, то сможет обеспечить колонию драгоценной медовой росой. Ничего себе. Медовой росой. А ну-ка давай-ка быстренько с тобой вырастим эту тлю. Медовая роса. Тля может постоянно приносить в гнездо медовую росу. Медовая роса очень важный стратегический ресурс для колонии. Обнаружен очень специфический кокон, который сильно отличается от обычных коконов. Потребуется весомая подготовка, чтобы вылупить его. Интересно.
Глава 4. Эволюция — это свет, озаряющий все факты. Посрутите ферму грунта. Так, по краям болот можно собирать скопившийся грунт. Вот это грунт у нас, да, получается здесь? Ох ты. Эта болотистая земля может обеспечить постоянный приток грунта для колонии. Рабочие муравьи могут начать сбор. Ну, мне кажется, нужно начать что-то построить. Грунт. Вот сюда. А там ты еще видел, там можно будет улучшать потом этот грунт и все остальное. Строим. Грунт — это естественный связующий материал, важный ресурс в муравейнике, помогающий поддерживать структуру муравейника. Так, теперь нужно построить флору эволюции. После съедания шаровидного гриба, растущей под землей, возникнет удивительная эволюция. Сначала нужно раскопать подходящее место для строительства здания. Так, хорошо, давай. Найден очень необычный гриб. После созревания его можно будет съесть, и, кажется, могут произойти удивительные изменения. Тщательно выращивайте его. Интересно, тщательно выращивать его. Попробуем, конечно. После съедания шаровидного гриба, растущего под землей, возникнет удивительная эволюция. Фига себе, гриб такой. Ну-ка. Быстрое производство. Быстрый забой. Откройте быстрое производство на ферме мяса. После активации можно сразу получить мясо. Эволюция. Так, ну-ка. Улучшить королеву, да? Но это мы сделаем. Наверное, пока еще нельзя или можно. Природная флора. Улучшаем. Так, здесь надо будет подождать. А помимо флоры, что еще нужно сделать? Обеденная зона. Опять же, до 3 уровня. Инкубатор рабочих 3 уровня. Ладно, пока мои тут копошатся, я хочу, знаешь, что сделать? Вот это что такое? Завершите главу. Ага. Пока мы главу не завершим, нам это недоступно будет. Тогда я буду открывать территорию. Обычное яйцо. Так, давай мы тут с тобой расчистим все. Давай-давай, расчищаем. Я почему-то не могу. А, тут, наверное, все, территория. Что здесь не так? Улучшить. Я же вроде улучшал. Место сбора поросяк. Ферму, давай ферму, наверное, еще улучшим с тобой, мясную. Навсегда разблокирует нового рабочего муравья. Ускорит развитие. Купить. Так, инкубатор рабочих улучшается. Ладно, пускай пока улучшается. А ведь, наверное, военная ситуация. Руководство по защите. Так. Одиночная атака, шпионить, рейд и другое. Это все на нем стоит, да? Получается. Тут у нас есть всякие быстрые производства, которые в дальнейшем нам пригодятся. Это у нас вылупить. Вылупление. Пускай вылупляются, да? Я думаю, что лишние, как говорится, войны нам не помешают. Это уж точно. Так, родник этот, ну, я смогу улучшить, интересно, или нет? Смогу. Давай родничок этот улучшим. Развитие муравейника. Качественная наживка. Подземный фонтан. 10 минут. Увеличит приток воды. Ну, в принципе, ребята, это не будет лишним, я думаю. Вот с этой вот грязью тоже нужно что-то нам сделать. Улучшим ее.
Ну-ка, что тебе нужно еще тут? Обеденная зона 3-го уровня. А, у нас сейчас как бы все занято, да? На улучшениях. Ладно, сейчас подождем тут. Вот, 28 секунд. Ферма грунта улучшится. Рабочих, видимо, не хватает. Видимо, не хватает нам рабочих. Так, тут можно все поменять. Не в альянсе, тут еще альянсы. Сила муравейника. Настроечки. Так, ну что, можно улучшать королеву, я так понимаю, да? Хватает все? Нет, обеденная зона. Улучшаем ее. А почему-то здесь иссохло у нас все, или мне кажется? Нельзя дальше улучшать, потому что... Ага, нет, вода есть, все нормально. Ложная, блин, тревога. Ускорить. Ну, можно, в принципе, ускорить, да? Так. Ну, теперь-то все. Улучшаем королеву. На ускоренном это получается вот 1 минута. Этого мало, да? Вот так вот. 4-й уровень. Давай заберем награду. Так, и теперь можно, как ты видишь, дальше продолжать. Обнаружен саженец ядовитой флоры. После созревания будет защищать муравейник, привлекая внимание вторгающихся противников. Чего себе. Интересно. Так, грибная флора с чудесным запахом будет привлекать врагов. Она очень токсична и может быть посажена внутри гнезда, чтобы противостоять непрошенным гостям. Улучшить, наверное, ее еще, да? Токсичные споры нужны. Так, я могу дальше развивать или нет? Давай-ка сюда, наверное, пройдем. Так, прогресс исследования завершен. Миссия выполнена. Грунт, медовая роса, ускорение и мясо. Подготовка завершена, и вы можете вылупить этот особенный кокон. Ну-ка. Что это такое? Что это такое? Инкубатор специальных муравьев. Вылупить. Экстра вылупление. Так, проведя 30 раз экстра вылупление, обязательно получите оранжевого специального муравья. Ох ты. Черный свирепый муравей. Оказывается, этот спецмуравей, специальный муравей, обладает особыми способностями, а также способный вести войска в бой. Колония муравьев теперь может исследовать мир. Это все, что у него есть, да? Он даже может против жуков, что ли, драться? Вылупление. Однако мир намного опаснее, чем предполагалось, поэтому необходимо некоторые приготовления. Глава 5. В бой. Сейчас или никогда. Так, разблокируйте новую область. Подтвердить. Естественная щель, соединяющая с поверхностью земли, немного доработав, может стать каналом, соединяющим гнездо и поверхность. Это что такое тут вообще? Муравейник еще недостаточно подготовлен, так что не спешите на поверхность. А что вы предлагаете сделать тогда? Построить ферму песка? Соберите рассыпанный песок и используйте его как материал для строительства муравейника. Сначала нужно раскопать подходящее место для строительства здания. Ну давай. Так, что у нас тут? Сверху постоянно стекают песчинки, и колония может непрерывно добывать песок. Рабочие муравьи могут начать собирать. Так, ну вначале нужно построить, я так понимаю, да? Песок. Хорошо. Теперь у нас появляется песок. Ну, песок, я так понимаю, это для построек там чего-то. Песок является отличным строительным ресурсом и важным материалом для поддержания структуры муравейника.
Так, медовую росу нашли. Давай исследовать. Так, воду. А это еще что такое? Найдено подходящее место для постройки инкубатора стрелков. Здесь можно вылуплять муравьев с дальней атакой. Муравьев с дальней атакой? Что-то я таких не слышал раньше. Здесь вылупляются муравьи-стрелки. Они могут не только атаковать, но и распылять высокотоксичную муравьиную кислоту. Их лучше не провоцировать. Ну, про кислоту слышал, да? Так, вот они как выглядят. Вылупление. Эти муравьи-стрелки могут выбрасывать муравьиную кислоту, которая убивает врага. Могут уничтожать противника на большом расстоянии. С ними исследовать поверхность будет намного безопаснее. Вот так вот. Постройте центр сбора. Прежде чем исследовать опасную зону войскам, сначала нужно хорошо подготовиться в центре сбора. В центре сбора нужно хорошо подготовиться, говорят. Здесь много останков животных. Немного доработав, можно превратить в место сбора войск. Ага. Вместо сбора войск. Ладно, сейчас мы с тобой сделаем. Прежде чем исследовать опасный муравейник, войскам сначала нужно хорошо подготовиться в центре сбора. Из центра сбора можно начать рейды. Когда имеется центр сбора, то можно собирать муравьиных войск и отправлять исследовать мир. Так, формация. Так, что ли, получается, отряд? А, ну, я понял, типа, главный, и вот он. Формация построена. Когда специальные муравьи возглавляют войска, тогда муравьи-солдаты способны раскрыть всю свою боевую мощь. Королева, что ей нужно? Ё-моё, инкубатор рабочих до 4 уровня нужно прокачать. Две минуты там придется еще ждать. Так, продвинутое вылупление, бесплатно один раз. Черный панцирный муравей. Ох, ничего себе у него здесь, ребята. Продвинутое яйцо недостаточно, нельзя вылупить специального муравья. И вот какой-то эпический, смотри, прям переливается у него. Так, до бесплатного вылупления 17 часов, ничего себе. Так, тут у нас что? Так, откройте мне вот эту вот зону, пожалуйста. Так, грунт. Так, ну тут нужно завершить главу. Песочек тут у нас копается. Так, опять грунт. Чудесная медовая роса. Соточка. Спецмуравей, и что? Так, этот в формации, этот свободен. Нам показывают вот сюда. У вас проблемы с улучшением спецмуравья? Да нету никаких улучшений у нас. Точнее, проблем. Чудесная медовая роса увеличивает на 100 единиц опыт. Вот зачем нам нужна роса. Увеличивает опыт нашим муравьям. Так, хорошо. То есть я могу... А вот у нас панцирный муравей. Использовать, да? Так, я получил 200 бриллиантов. Мне не хватает, да? Так, битва, медовая роса, грунт. А здесь же вот песок можно еще, наверное, поставить. Ну-ка, проверим сейчас. А вот нельзя. Пока уровень королевы у нас не повысится. Так, ладно, улучшаем здесь. Вот так вот, друзья мои, потихоньку, полегоньку у нас развивается наш муравейник. Так, это что у нас? Ага, производство еды. Ну, мясо. Потому что здесь, видишь, это находится. Так, вот здесь
почему-то показано, ребята, что вроде как есть. А, мы можем, видимо, особый гриб. Флора эволюции нужна. А вот здесь вот можно сделать. Увеличить производство мяса. Пускай 10 минут будет делаться, ничего себе. Теперь можно улучшить, да? Блин, нет, обеденная зона не прокачана, ускорить. Все. Теперь уж точно можно будет. Если мы с тобой сделаем... Там сколько? И еще минута. Вот так вот. Ну, 39 секунд, это ничего страшного. Подождем. Друзья, если вы играли в эту игру, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях, вообще стоит в нее играть или нет. Интересно знать ваше мнение. Если не стоит, то мы играть в нее не будем. Так, просто обзорчик сделаем. И все. А что так долго-то, ё-моё? Ну давай, 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 там остается. Они носят сюда и еду, и питье, и все, что тут. Она просто балдеет, королева. Е! Пятый уровень. Миссия выполнена, забираем награды. Шикарно. Подготовительные работы завершены. Пришло время пробить соединительный канал на поверхность земли. То есть вот это и есть канал? Точно. Это мы были с тобой в муравейнике. Сейчас, я так понимаю, на поверхность вылазим. Ого. Мир на поверхности богат ресурсами, но опасности можно увидеть повсюду. Чтобы выжить, нам остается только смело ринуться навстречу новым исследованиям. Глава 6. Жизнь — это путешествие. Это мой муравейник. Вокруг фиговая туча муравейников. Божья коровка. Перейти. Вы можете бросить вызов, когда сила отряда достигнет 100. Войско может отправиться в путь. Может вернуться в муравейник, чтобы продолжить развиваться чуть позже. На почте сможете посмотреть результаты. Так. Разблокировать новую область. Чтобы обеспечить выживание муравьям, необходимо создать альянс с другими колониями. Для начала нужно построить логово альянса. Это вот здесь, что ли? Ну хорошо. После вступления в альянс участники альянса могут помогать друг другу, а также альянс может выплачивать зарплату. Взаимопомощь и совместное развитие – путь к господству. Можно мне вот здесь вот... Что такое альянс? Че, все русские? Магуайр, немцы... Русских тут, конечно, ё-моё. Ну, в топовые я вряд ли попаду, да, мне кажется? Но я... Вступить... Так, с возвращением. Первое. Помощь альянса экономит время, поэтому это очень важно. Вы можете получать награды альянса каждый день. Пожертвования на эволюцию альянса принесут каждому огромную пользу. И, так, ежедневная охота на ящериц принесет множество наград. Не забывайте, что союзники могут помочь вам в защите. Подземный склад. Развитие. Архитектор. Скорость строительства. Ну, вот это вот, я думаю, надо... Ага. Все, я понял, это я в альянс вкладываюсь, да? Так, что там у нас? Поддержка, подкрепление, зарплата альянса. Постройте логово, присоединиться. Так, следующее у нас идет улучшение королевы. Так, а здесь что такое? Уже помогли всем членам альянса. Ну, раз помогли, значит, хорошо.
Так, у меня там что по поводу битвы-то? Я так и не понял. Ну, я имею в виду, я же отправил их на поверхность драться. Улучшить королеву. Что для этого нужно? Тля 5 уровня. Так, пускай тля улучшается у нас. Вылупление. Кристалл, я думаю, не стоит тут тратить на начальных порах. Злюка, капля воды. Так, приветствую новичка. Новичок это типа я, да? Злюка, а? Нужно никнейм, ребята, поменять. Я не хочу каким-то быть там этим безымянным. А вот и почта, кстати. Альянс. Так, уведомление Альянса. Так, помогли мне улучшить тлю. Поздравляем с успешным вступлением в Альянс. Вы на письме есть награды, получите их. Надеюсь, они помогут вам лучше развиваться. Пользуйтесь телепортом Альянса, чтобы телепортироваться ближе к лидеру Альянса. Вы с членами Альянса можете помогать друг другу строить гнезда, делиться ресурсами и отправлять подкрепление в трудные моменты. В рюкзаке, нажав на кнопку «Использовать предмет телепорта Альянса», вы сможете переместиться ближе к Альянсу. Скорее телепортируйтесь ближе к Альянсу и вместе с товарищем постройте лучший Альянс. Так, 200 бриллиантов. В рюкзаке у нас есть телепорт. Так написали, да? Хорошо, где у нас рюкзак? Война, подарок. Стоп. Рюкзак, вот он. Что это такое? Переместите муравейник к Альянсу. Используем. Угу. Вы уверены, что хотите потратить одну штуку телепорта Альянса, чтобы принести гнездо, да? Вот это вот наш, друзья мои, Альянсик получается. Нифига тут еще и бобры какие-то ползают. Это все, что я заработал, то и получаю. Окей. Так, тут можно помочь. Вылупление готово, да? Бесплатно. Мутированные споры. А что за мутированные споры? Обычное вылупление. Что-то не срабатывает у нас обычное вылупление. Так, ладно. Что у нас еще есть? Особые споры вызывают мутацию муравьев. Можно использовать для разблокировки навыков специальных муравьев. Твердый песок. Грунт, смешанный с особой жидкостью, можно использовать для того, чтобы укрепить канал. Останки животных. Останки существ, оставшиеся после охоты. Свидетельство победы колонии. Можно использовать для эволюции. Так, это переместить. Телепорт новичка. Может телепортироваться в другой район с помощью данного предмета при условии, что муравейник был создан в течение 3 дней. И уровень муравейника должен быть выше 5 уровня. Также есть щит, чтобы меня не атаковали, на 8 часов. Вот так. И что, например, здесь божья коровка? Я могу на нее? Могу. Давай нападение сделаем. Моя колония пошла. Так, а вот это чье? Вот это вот чье? Тоже мое, что ли? Будем бомбить божьих коровок тогда. Добро пожаловать. Так, отчет боя с дикими существами. Мои войска вторглись в муравейник. Повелителя божья коровка. Ага, дополнительные награды, трофеи. Убито 100.
Убито 17. Выжило 203. У них тут не выжило вообще никого. Божья коровка неплохо сопротивлялась, кстати, против моих муравьев. Все, мы ее уничтожили, да? Центр благ. Привязать аккаунт. Ваш аккаунт успешно привязан. Пожалуйста, получите награды. Экстра яйцо. Из яиц, зараженных удивительной грибной флорой, могут вылупиться специальные муравьи. Вылупим. Ох ты, красноголовый муравей-паук. Муравей-паук. Давай еще вылуплять. Черный свирепый муравей. Еще. Муравей-роза. Ликвидация муравей-носитель. Силен в охоте на диких существ. Очень силен для вылупления командования муравьями-носителями. Вихревой муравей. Этот муравей силен в подкреплении товарищам, подходит для командования средним или задними очередями. Хм. И свирепый муравей трещотка. В дальнем бою очень силен. Универсальный. Вообще для различных ситуаций подходит. Практически для всех. Вот такие вот муравьи, ребята, у меня вылупились. Так, а тут тоже отчет у нас, да? Практически как тот же самый был. Уин, победа. Так, магазин наборов. А, ну это у нас... Это донат, ребят. Центр благ. Получить. Я еще получил экстра яйцо. Я еще получил одно экстра яйцо. Особая колония. Получаем. Тут тоже получаем. И здесь тоже получаем. Королева муравьев. Так, а вот что такое вот это вот? Ну это все за награды, да, я так понимаю? Подземное царство. Мясо. Купон на планирование роста. Разблокируйте. Да-да-да-да-да, конечно. Донатик сюда. Ну, естественно, ребят, как без доната-то, да? Зарплата. Что такое зарплата? Посещаемость. Чем больше членов войдут в игру за день, тем щедрее так члены получат зарплату. Вклад. Просто заходите, а как вклад делать, не понял. Так, зарплата. Посещаемость, вклад. Помощь. Поможем. По эволюции. Надеюсь, я правильно что-то делаю. Так, помощь альянсу тут. Ага, тут еще есть и по битве. Эффективный сбор. Вы получаете 800 очков. А очки, интересно, мне что дают очки альянса? Я не знаю, ребят. Так, пошли опять в подземелье в наше, короче. Что нам тут нужно сделать? Тлю до 5 уровня прокачать. Ставим. Так, и что же еще? Обеденная зона до 5 уровня. Инкубатор рабочих теперь нужно. Все. Ну что, друзья мои, давайте я на этом месте, наверное, закончу сегодняшнюю серию. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.